С ней все нормально, да? This seat is Анжелика. Adjustable. Анжелика, уступи место на спине. Ура! По поводу? Ну, что детей, только наши. Я в понедельник пойду прямо в телеком. Oh my goodness. Look at her. Mark. Ilya. This is where we'll perform. Christ, but we've been following the great star, but it has disappeared. Do you guys know where to find Christ the Savior? Вы понимаете что-то? Нет. Ну, наверное, точно этот человек издалека прибыл, да? Языка мы его не ведаем, понять не можем понять. Кто же нам может помочь? Знаете, я ангел, и я знаю все языки. И он говорит, здравствуйте, добрые люди. Мы шли за звездой, чтобы найти нашего спасителя, но мы заблудились. Ой, как долго они шли! Ой, как вы расслаблялись. Окей? Да! Никого не закрывай. Посмотрите, пожалуйста. Давайте еще авокадо там есть, бананы есть. All this is gonna be gone soon. Goodbye, hair. It's Sasha and Roma and Arena and Amelia. I would love to tonight, if we have time and if Amelia gets rested. Then it'll be a da. Faux sha. Say faux shizzle. Faux shizzle. Say faux shizzle. Типа так снимать людей? Полина, типа так? Вкусно? Get it, Oleg. Alice. Hey, I'm here with Oleg and I think his sister. We just finished our party. And there's Eve. And we had a very good time. We got done cleaning up. Oh, yep. He's got his bread, his kleb. Oh, he just wants hugs. But it was a very good night. During the skits, I had such a fun time with Danya, and he was definitely the best part about this church. Polina, come on. Are we done? Are we filming? Sure. Oh, okay, filming. Lunch. До скорых встреч!
Да. Да. Привет. Привет. Merry Christmas. Привет. Нас. Эй. Ой, тут подросток, там и лаунж. С дальних стран, да? Далеко, далеко, да? Да, далеко. Если он издалека, из восточных стран, то говорит совсем не на нашем языке, правда? Да. Какое-то послание унесет нам интересное, что-то вообще ничего не понятно. А надо же узнать, понять. Да. Кто же нам может помочь в этом? А если его нет? Кто может его пересказать? A miracle! Please translate to these beautiful people. Пожалуйста, переведите для этих прекрасных людей. Я ехал так далеко, у меня же спина и шея заболела. Я искал Иисуса и не могу его нигде найти. Я следовал за звездой, но она куда-то исчезла. Не могу найти дорогу. Что делать? О, мы сейчас как раз вместе все шли прославлять Иисуса Христа. Христа, давай пойдем с нами. Пошли. Отправляемся к Иисусу? Да. И вперед пошли ножками. Коротко шли они. И пришли, где Мария Зовут? Шли они долго. Вот такая удивительная. И том зоря ясна, сына виза. Ты оторвалась, в Америке никогда таке не получишь. Ты можешь быть один на том, что все. Вот я не могу. Уже скоро, через 2 часа будет обед. На полчаса? Maybe, because I'm doing watch, so it might take a while. And I finally got another haircut. It was only my third of the year, and you guys actually remember my last one. It was in Belarus. But yeah, Mila did such a good job. Thanks. Downtown Dnipro. Go Vitya, it's your birthday. Go Vitya, it's your birthday. Arena. No, it's so dirty. No, not yet. Some more Christmas gifts coming up. It's Christmas Eve Eve. Smile and wave, boys. Smile and wave. Кукуруза, подходите, покупайте свежая кукуруза, горячая кукуруза, пареная, жареная, вареная. Попкорн, сладкий, горячий бульон. Проходим, не проходим. Не проходим, все подходим. Не проходим. У тебя там талант на базаре работать.
Look at these Ukrainians. Протеїн. Yes, я знаю. Де Настя? Куди вона щезла? Це наступний, будеш на сиді. Окей. Вау! Да. Вона рот триває? О, це його, це вже давно. А що я покажу, то я зазвертаю. А, дівчина, це думаєш, ти кисло. Вау! USA! Але стоїть Польща вже, не знаю, пол... Ти шо? Я очі смаял себе рубашку. Я дышу також на піджак. На піджак рубашку не важно. Шо це? Шо це таке? Покажи, ну быстрее, ну Витя. Витя, везде кольца подпишись. Кто? Эмилия? Вау! Славик это. Или Эмилия? Гуччо. О, полет. Гуччо. Настя! Настя! Ладно, шутка. Настя, как ты? Кто Настя? Да чего там я? Да что я? Эмилия, я Настя. I'll ask you, baby. What? Do you recognize me? It's been a year. It doesn't surprise me. I'm thankful to Jesus for my heritage. Я благодарен Иисусу за моё наследство. For my lineage. За моё происхождение. Well, right now. Нет, не украинская. I'm thankful that I had that my grandpa that raised me got to go to heaven. Я благодарен Богу, что дедушка, который меня вырастил, он пошел к Богу несколько недель назад. I'm thankful that he gave me his blessing for missions. Я благодарю Богу, что он дал мне свое благословение на миссионерство. I'm thankful that believers can be so crazy. Я благодарен Богу, что христиане могут быть такие сумасшедшие. To just get a text message from somebody online. Получать сообщение от кого-то на интернете. Say, hey, I want to come and do stuff in Ukraine, and say, oh, okay, all right, well, just come on over. Могут получить сообщение от кого попало по интернету и сказать, о, да, приезжай к нам. I'm thankful that my time. Я благодарен Богу, что мое время тут. For Christmas is. I wouldn't want to spend Christmas with any other random group of people that I just met. Я бы не хотел провести свое время с какой-то любой, какой попало группой, с которой только встретился Рождество, так как с вами. I'm thankful for Alexei. Я благодарен за Алексея. I'm thankful for Olga and Pavel and Ina. За Ольгу, Павла и Ину. And I'm just thankful that I've been closer to God than ever in the year 2020. It's been a really good year for me. Я благодарю Богу, что я был самой близкой к Богу в этом году. It's been a cool year. Это был классный год. Аминочка. 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 Gloria, you're eating your present. Merry Christmas. Merry Christmas, Esther. Спасибо, Gloria. Everybody but me. Oh, there it is. Gloria, I got you there. It's all over your mouth and nose. Yes. Woo!